Здравствуйте, друзья. У нас какая-то непонятная аномалия. Жара стоит по 30 градусов. Земля просто трескается. Решил я поддержать подсадных уток. Сделал им в выгуле вот такой вот пруд небольшой. Положил баннер и наливаю воды. Приходится возить с колонки. Хорошо, что есть УАЗик. Ставлю бочку 200 литров и несколько бочек по 100 литров. И таким образом вот вожу. И вода из бочки самотеком вот так вот вытекает в мой пруд. Таким образом у меня уточки здесь живут. В углу вольера поставил вот такой небольшой им домик. И здесь они у меня высиживают яички. Ну, сейчас уточка пошла немножко покушать. Ну, вот такие, братцы, у нас новости. Всем удачи, друзья. Живем дальше и до новых видео. Пока.